Всем добрый день! Это питомник роз Полины Козловой. Я хочу вам показать, как красиво цветет роза Салли Холмс. Огромнейшие шапки. Сейчас такая жара. У нас было несколько дней дождей, а сейчас температура уже больше 30. То есть испарения огромные. По идее, очень многие розы страдают от такой температуры. А эта красавица белоснежная с желтыми тычинками. Просто огромные шапки. Кустики здесь молодые. Это начало нашего нового. Так уже не поворачивается язык сказать забора. Уже наши новые аллеи роз. Вот она первая на углу. Красавица просто, 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 просто красавица. Причем сорт уже достаточно, он, скажем так, старенький. Это 1976 год. Это такая была небольшая компания, и она и есть. По-моему, правильно, Холмс, Великобритания. Вот они выводят розы. Красивый сорт. Я не знаю, почему как бы только-только на нее начали обращать внимание. Вообще она вот массивная, ландшафтная, как хотите, назовите, задний план. Какие-то огромные клумбы, где можно ее поставить в центре, либо там где-то чуть ближе к третьему плану. Очень красивая. На ней всегда много пчел, бабочек. Она такая привлекательная для всякой мошкары красивой. Хорошо смотрится. В пару к ней мы посадили вот внизу, он уже сейчас отцвел немножко, это кофе брейк, низкорослая чайно-гибридная, и ну вот совсем небольшой еще лилейник. Но она, конечно, к себе внимание привлекает больше, она красивая. Ей нужно какую-то зеленушку сюда посадить. Ну вот возле нее санталина, и серебряная, и зеленая, а с другой стороны тимьян. Это скорее так, в ноги к королеве. Хорошо смотрится, очень хорошо. Яркий белый цвет, внимание очень сильно привлекает. Вот колючек у нее немного. Она как раз для, например, каких-то зон отдыха. Где-то у кого-то такие питейно-отдыхательные заведения. Беспроблемная, очень быстро отрастают у нее новые побеги, если это отцветет. Но она цветет очень долго, потому что вот в этой шапке, ну здесь, ну... Точно не 40 бутонов, как пишут в энциклопедиях или еще где-то я читала. Гораздо больше. А если кустик еще подрастет годика 2 и покормить его хорошо, тут будет, ух, как много цветов. Салли Холмс. Красивая роза. Так что, кто любит вот таких простушек, глазастиков, вот одна из, на которые стоит обратить внимание. Вот так. Ну вот пока как-то так. Будут вопросы, спрашивайте, будет время, я обязательно отвечу. Ну а теперь всем спасибо и до свидания.